собственно, не будем томить. Сначала самое интересное о коммутаторах Honda Dio обычный. Вот, ничего нового. Генератор у нас 3WP. Ну, магнит здесь написано, что он 2GA, но на 3WP и на 2GA это одинаковые магниты, в принципе, разницы нету. А 3WP бывает несколько разных моделей, в плане того, что здесь бывает один провод с индуктивного датчика выходит, бывает два. Здесь именно модель, которая вот с двумя проводами от индуктивного датчика идет и с дополнительной массой. Вот, она вот зеленая такая. Это дополнительная масса у нас. То есть, как мы подключаем? Собственно, распиновку мы ищем в интернете, без проблем она ищется сюда. Здесь у нас как идет, самое главное, что нужно подключить. У нас идет два провода с индуктивного датчика. Это у нас бело-синий, вот он, бело-синий и бело-красный. Вот, бело-красный, естественно, мы подключаем в коммутатор. Это у нас индуктивный датчик, естественно. Вот, сигнал с него идет на коммутатор. Второй провод, вот этот, который отсюда идет, он идет на массу. Вот. Бывает такое, что мопед заводится там в обратную сторону. Это значит, что нужно просто перекинуть их местами, то есть поменять полярность, и все будет нормально. Вот. Но мы сразу угадали, и все в правильную сторону завелось, и все отлично. То есть его на массу надо подключить. Вот эту провод, который выходит с генератора, то есть, повторюсь, это дополнительная масса зелено-белая, ее тоже на массу. Получается, вот у нас два провода, они идут на массу. Но как они идут? Они идут сначала на двигатель, а от двигателя уже на раму. Это обязательно. То есть нужно двигатель с рамой соединить. Тут по-другому никак. Вот. Дальше у нас идут, к примеру, два провода. Это у нас что тут, просто белый, да? Да, просто белый и желто-красный. Желто-красный и белый — это у нас свет. Получается, желто-красный — это у нас переменка на весь свет. Идет через реле. Вот, естественно. А белый — это идет у нас на заряд. Ну, также через реле. И потом с реле красный выходит на зарядку. Это вот все вот этот белый. Вот, то есть, к примеру, свет, чтобы подключить, вам нужно вот эти два провода запихать в реле. Неважно какое, хоть от Dio, хоть от Джога, блядь, без... Ну, разницы, собственно, нет никакой. Все, туда их запихнули. А от этого провода прям сразу же выпускаете все на свет. А... С реле красный пускаете, ну, естественно, на заряд, если надо. Можно на свет пустить. Просто на свету уже будет постоянка. Вот, не переменка. Дальше это у нас вот идет, получается, провод с генератора, тоже черно-красный. Это, получается, высоковольтная катушка. Ну, естественно, тоже идет в коммутатор. Повторюсь, распиновку коммутатора можно посмотреть в интернете. Там все понятно, все отлично. И то есть, ну, с коммутатора, от гена до коммутатора, нужно подключить всего два провода. Высоковольтная катушка, естественно, и индуктивный датчик. Повторюсь, также две массы мы вот эти вот соединяем и пускаем на общую массу. Это идут у нас, получается, провода в реле напряжения. Все, ну, с коммутатора, естественно, идет на катушку провод. А это Q-switch. Ну, то есть замыкаем на массу, и все, он глохнет. Вот. Дальше. Это у нас, получается, Это корзинка. Корзинка. Вот, на воде. На мой спор. Все дела. Поча корзинка. Поча. А это БВС. С длинной сидушкой. Мой. Да. Но он еще не доделан, поэтому он не фигурирует нигде. У меня сломался лепестковый клапан. Вот, то есть лепестки отошли. Мы попробуем их починить утюгом. Но вряд ли придется, скорее всего, новый покупать. А новый 5600 стоит. Ну, ладно. Подождем, увидим. Сцепа, кстати, флай. Пацаны, блядь, 5 лет отходило. Вот 5 лет, час слова. Посыпались колодки. Вот хорошая сцепа на самом деле. Ну, то есть, ну, износ минимальный, тому подобное. Ходило тоже нормально, цепляло. Ну, все, ну, кончилось. Стейт 6. Охрененная сцепа. Вообще, вот лучше нету. Но тянет пружин. Ой, пружин, уши. Не видно. Тянет уши, ребята. Вот, это легко исправить. У самодела есть видос, можно посмотреть. Уши, конечно, это их беда. Красный ты заснял, но... тоже на катушку. Да, я заснял. Вот, так что. Вот так вот. Все.